Дежурную группу начинаем в Студгородке, и здесь хорошая новость для жителей микрорайона Орбита, улиц Дачной, Огородной. Сегодня вечером здесь начнется демонтаж вот этой старой аварийной лестницы. Некоторое время, конечно, людям придется искать обходные пути, но очень скоро вот здесь рядом уже место расчищено, появится новая прекрасная лестница с освещением, с противоскользящим покрытием, с пандусом даже, и можно будет спокойно прогуливаться сверху со Студгородка вниз на Николаевский проспект и дальше через дорогу в сторону улицы Дубровинского. Получается, вот эти вот дома абсолютно отрезаны от школы, которая является вот этим микроучастком, от поликлиники, к которой мы прикреплены, и вообще, получается, от всего мира. Мы, безусловно, рады, что вот это вот все здесь появится, потому что, ну, это долгожданная история, многострадальная, и вот у нас ребенок в школу пойдет в следующем году, и это лестница, она будет очень кстати. Новая лестница будет подходить к тротуару, вот сюда, судя по всему, который уже готов. И здесь можно будет очень красиво гулять по новому пешеходному мосту с видом на город и на Енисей. Вот такое живописное место в Красноярске для прогулок появляется новое. А это свидетельство того, что любой из нас, любой красноярец может найти пустырь, огородить его и что-нибудь там построить. Да, когда-нибудь вот эту постройку снесут, но за это время можно неплохо подзаработать. Так поступили предприимчивые ребята, которые огородили вот здесь на Молоково, на Взлетке, участок земли, незаконно, это уже известно, и стали принимать там автомобили на временное хранение, то есть сделали стоянку. Мы снимали об этом на прошлой неделе, когда ее только возводили, и вот стоянка готова. А как вы машины охраняете, вы сейчас уйдете? Вы же людей деньги взяли, а они поставили. Я не охраняю их, понимаете? Ну вот, ситуация какая получается. Автомобиль люди поставили, деньги заплатили, но никто ответственность за них нести не будет. Так что в следующий раз подумайте, прежде чем оставлять здесь машины. В администрации Советского района нам еще неделю назад сказали, что паркинг незаконный. Этот участок передан управлению капитального строительства под школу. И сейчас готовится ее проект. Ну а против парковки выступили и местные жители. У них уже есть платная стоянка по соседству, а на этом участке они могли оставлять автомобили бесплатно. Ну еще одно наблюдение. 21 век, а посреди Взлетки у нас появился уличный туалет. Вот когда стоянку все-таки снесут, понятно, что там останется вот на этом месте. Вряд ли это согласуется с какими-то санитарными правилами. И напоследок о перекрытиях. На Матросово ремонтируют тепловые сети в районе дома номер один. Здесь перекрыт участок дороги длиной в 72 метра для автомобилей, но а пешеходам приходится преодолевать вот такие препятствия, чтобы перейти дорогу. Закончить работы здесь должны к 1 сентября. Это была дежурная группа новостей «Прима». Антон Попов, Павел Гейнце.